Мы загнали его в угол! Не упусти его! Это Дэвис. Какой-то тип из корпорации только что связался с ними и приказал уничтожить некий источник. Что вы на это скажете? Сообщений больше нет. Насчет второго объекта это точно? Так точно. Мы определили координаты. Немедленно посылайте туда отряд. Сенатор хочет, чтобы я лично забрал источник. Да, мистер Моррисон, я помню вашу просьбу. Не пытайся меня надуть. Убейте его, как только мы расшифруем код. Брат на связи. Я вам честно скажу, с источником не шутить. Я сам этим займусь. Сделаем вид, что вы ничего не знаете. Сообщений больше нет. Ладно, хоть что-то становится понятно. Просветите нас. Я в архиве корпорации. Раскопал тут кое-что по источнику. Кстати, тут есть еще один закрытый проект насчет подземного завода клонов. Местонахождение? На острове, в заливе. Загружайте координаты. Прежде чем идти на остров, нужно закончить здесь. Ставлю свою зарплату на то, что они пошли туда. Одного из противников опознали. Это Гэвин Моррисон. Я хочу, чтобы его взяли в плен. Живым. Мне не нужен второй Амарилло. Это была случайность. Thank you.
Поймали его. Кончайте, ублюдка. Новая информация по Моррисону. Он когда-то служил в АНБ, пока его не выперли оттуда со скандалом. С тех пор он занимается перетряхиванием грязного белья сильных мира сего. Командир, нужна помощь. Мне плевать, что ты там делаешь. Вытаскивай меня отсюда! Он мне в спину дышит! Моррисон прорвался. Перехватить его! Черт возьми! Ситуация меняется? И что это значит? Нужна помощь. Идет загрузка данных. Источник — это Пакстон Феттл. Судя по всему, клонов делали с него. Но если ДНК Феттла здесь, то что же тогда на острове? Сенатор, ситуация ухудшается. Нужно немедленно все сворачивать. Моррисон решил удрать. Остановите его. Может, прикончим эту свинью? Нет. Черт! Похоже, клоны отключились. Они не двигаются. Это значит, что Пакстон Феттл уничтожен. Похоже, дело близится к концу. Прикольно.
Стреляй на подавление! Осторожно, граната! И как Армахем собирается из этого выпутываться? Интересно, сколько им платят? Ты о чем? За паршивую десятку в час я бы не стал этим заниматься. Внимание, сержант! Мы вас прикрываем! Моррисона и уходим отсюда. Сержант, разберитесь с копами, а мы займемся Моррисоном. Куда это ты идешь? Ты не понимаешь, с чем имеешь дело. Мне плевать! Сукин сын. Взрывная волна! Укрытие. Ну же, давай! Эта чертова дверь не открывается! Давай! Thank you.
Ситуация такова. Рейнс так и не спустился под землю. Радио вырубилось. Дело дрянь. Шевелитесь. Работа еще не кончена. Я не позволю этому засранцу уйти. Сдается мне, что мы в старом метро. Оно было разрушено землетрясением, потом над ним возвели дома. Прошлым летом я сюда своих детей водил. Но в этой части мы не были.